Рада приветствовать подписчиков и зрителей моего канала. Здесь я регулярно выкладываю обзоры новинок из FixPrice, а также тестирую покупки из этого магазина. Сегодня вас ждет виртуальный тур, где я буду вашим гидом и покажу, где прячутся самые актуальные новинки этого магазина. Сейчас я нахожусь в FixPrice, который находится по адресу город Москва, станция метро Юго-Западная. Желаю вам приятного просмотра, и если вы еще не подписаны на мой канал, то рекомендую подписаться, чтобы быть в курсе актуальных новинок. Сумка-холодильник от компании Barbecue – это полезное приобретение для путешественников и любителей активного отдыха, которое помогает сохранить продукты и напитки в охлажденном виде. Сумка имеет замок на молнии и удобные тканевые ручки. Размер 30 на 30 на 20 см. Состав – полиэстер, пористый полиэтилен, металлизированная алюминиевая пленка. Производство Китай. Дизайн в ассортименте. Цена 99 рублей. Форма для мороженого на 4 порции. От компании Kitchen. Подходит для приготовления домашнего щербета, сливочного или фруктового мороженого. На упаковке представлен один из рецептов. Состав пищевой пластик. Производство Китай. Цвета розовый и салатовый. Цена 55 рублей. Лоток для столовых приборов с 4 отделениями, размер 28 на 17 на 3 см, состав полипропилен, производство Россия, цвета серый и бежевый, цена 55 рублей. Появились яркие разделочные доски от компании Kitchen в составе полипропилен и термопластичная резина, производство Китай, дизайн в виде яблока, лимона, томата и апельсина, цена 149 рублей. Контейнер с замком, объемом 1,4 литра, пригоден для замораживания продуктов и для разогрева в микроволновой печи. Цвета емкости представлены в трех вариантах. Крышка прозрачная, герметичная. Состав полипропилен, производство Россия, цена 77 рублей. Влажные полотенца, 40 штук, в упаковке с удобным липким клапаном. Размер салфеток XL, состав нетканый материал, пропитывающий лосьон с ионами серебра и аллантоином. Эти вещества оказывают антибактериальное действие, снимают раздражение, а глицерин в составе должен смягчать и увлажнять кожу. Салфетки не содержат спирт. Производство Россия, цена 77 рублей. Набор емкостей для специй от компании Kitchen идеально подойдут для хранения трав и пряностей. Емкости прозрачные, крышки стальные, и они закручиваются. В наборе 3 баночки. Состав полипропилен, сталь, стекло. Производство Китай. Цена 99 рублей. Тарелка глубокая от компании Kitchen. Диаметр тарелки 17 см. Состав опаловое стекло. Производство Китай. Дизайн в ассортименте. Цена 77 рублей. Тарелка суповая от компании Luminar. Диаметр 20 см. Состав упрочненное стекло. Производство Франция, цена 99 рублей. Из этой же серии появилась тарелка обеденная диаметром 24 см, цена 99 рублей. От компании Kitchen бульонница с ручками белого цвета, объем 700 мл. Состав опаловое стекло, производство Китай, цена 77 рублей. На нижней полочке мы видим огромное количество бутылочек для воды, объем 500 мл. Состав полипропилен, силикон, полиэстер. Производство Россия. Цена 77 рублей. Цвета в ассортименте. Орехово-шоколадная паста Нутелла объемом 180 грамм. Теперь тоже продается FixPrice. Цена 149 рублей, что гораздо ниже, чем в других магазинах. Появился сокосодержащий напиток от производителя «Фермерский сад». Объем 2 литра. В основе вода, пюре и соки фруктов не менее 10%. Сахар, лимонная кислота, подсластитель. Производство Россия. Вкус томат, мультифрукт. Цена 55 рублей. Новинка. Напиток Иван-чай имбирный цитрус. Объем 330 мл. Цена 27,50. Моим деткам очень понравился этот суфлейный мармелад со вкусом клубники и банана. В
Вес 70 грамм, стоит он 18 рублей. Ванильная пастила от компании Тимоша. Хороший состав, вес 200 грамм, цена 27,50. Малые подарочные пакеты. Расцветки представлены в ассортименте. А также в продаже появились огромные подарочные пакеты с приятными расцветками, цена 77 рублей. На стенде возле кассы я нашла БАД кальций D3 Ультра в упаковке жевательные таблетки со вкусом малины. Составом и способом применения вы можете ознакомиться, нажав на паузу. Еще одна биологически активная добавка – эхиноцея с витамином С и цинком, 30 капсул. Цена каждого препарата 99 рублей. Прозрачный шариковый антиперспирант Нивея, объем 50 мл, защитой 48 часов, цена 77 рублей. Мужской гель для бритья я уже показывала в своем прошлом видео, стоит он 199 рублей. Еще одна новинка от компании Nivea – это маска, сыворотка-концентрат. Стоит она 99 рублей, в составе алоэ вера и гиалуроновая кислота. 100% эфирное масло, имбирь и лимон. Это природный антисептик, обладает бактерицидным эффектом, может использоваться наружно для ингаляции и в аромалампе. Объем 25 мл, состав масла лимона и масла имбиря, производство Флорисан, цена 77 рублей. Многообразие антисептиков пополнил гель для рук Natura Siberica, который уничтожает до 99,9% бактерий и вирусов. Объем 100 мл, цена 77 рублей. Появился USB-кабель с функцией передачи данных и зарядки. На полке с новинками появились пакеты подарочные, размер 32 на 26 на 12 см, цвета в ассортименте, цена 50 рублей. Жевательная резинка Mentos без сахара со вкусом арбуза, в упаковке 8 штук, цена 18 рублей. Популярный бальзам для губ от компании Nivea, 2 вкуса, цена 77 рублей. Новая декорация «Цветок в горшке», 4 видов, выглядит довольно натурально. Горшок пластиковый, внутри пенопласт, песок и камни, производитель Китай, цена 199 рублей. Пластиковая гантель-бутылка Fitness and Power может использоваться одновременно и как удобный тренажер, и как емкость для напитков. Объем 600 мл. Колготки женские Encanto 40 Den с уплотненной верхней частью в виде шортиков, 149 рублей. Набор Darts в новом дизайне. В наборе входит 6 металлических дротиков и крепления. Цена 199. Здесь мы видим новые носки по 99 рублей, женские и мужские. Кому-то повезет сегодня ухватить последнее декоративное кашпо. Стоит оно 199 рублей. Очень быстро разбирают эти подставки для губки компании Bon Home. Состав ПВХ, производитель Китай. Цвета в ассортименте, цена 55 рублей. В отделе «Все для сада и огорода» можно обнаружить вот такие бахилы от компании Greenart, которые помогут предохранить вашу обувь от дождя и слякоти. В упаковке одна пара. Распылитель помповый от Greenart подходит для ухода за растениями. Распылитель упрощает полив и используется для нанесения удобрений на стебли и листья. На корпус нанесена мерная шкала, с помощью которой легко определить количество жидкости. Объем 2 литра, цена 149 рублей.
На сегодня я заканчиваю первую часть обзора полочек. В ближайшее время выйдет продолжение обзора, так что обязательно подписывайтесь на канал. И если видео было для вас полезным, ставьте пальчики вверх. Приятных вам покупок! Пока-пока!